34-летний водитель самосвала ехал в сторону Усолья. В этот момент вблизи пешеходного перехода дорогу перебегал 52-летний мужчина, житель микрорайона Любимов. Он спешил к остановке, на улице было темно, и водитель не сразу заметил пешехода. Избежать наезда не удалось. От травм мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Предварительно виновником ДТП признали пешехода, так как он перебегал дорогу в запрещенном месте. К слову, многие горожане жалуются на этот участок дороги. Он не освещается уже много лет. На пешеходных переходах есть специальные кнопки, которые включают фонари. В этот момент водители должны понимать, сейчас будет переходить человек. Хотелось бы предупредить участников дорожного движения, в частности пешеходов, что на данном участке Кунгой-Соликамск до Усолья имеются пешеходные переходы. На них установлены кнопки для включения дополнительного освещения пешеходных переходов для привлечения внимания водителей. Также такие же кнопки и такие же пешеходные переходы у нас установлены на трассе Пермь-Березники. Все сделано для того, чтобы пешеходы были видимы для водителей. Что касается освещения, дорога региональная, отвечает за нее край. ГИБДД еще в прошлом году потребовали сделать освещение. Чиновники ответили, сейчас разрабатывается проект, после будут искать подрядчика на установку освещения. Сколько потребуется времени, не уточнили.